Ани Лорак продолжает хранить молчание и никак не комментирует назревший семейный кризис. Однако ее отец все-таки решил рассказать о том, что происходит в личной жизни певицы и как она реагирует на слухи об измене супруга. На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором пока еще законный супруг певицы Мурат Налчиджоглу веселится в киевском клубе в компании другой. На записи отчетливо видно, как муж Ани Лорак нежно принимает себе девушку, гладит по бедру. По некоторым данным, Мурат и Яна знакомы давно. Мужчина снимал ей квартиру в Киеве, а также оплатил несколько пластических операций. Между тем, Лорак недавно признавала, что безумно устала от работы на износ, и все, о чем она мечтает, сбавить темп и выспаться. «Это иллюзия, что у меня богатый муж», – поделилась артистка. «Да и воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее». Отец Лорак Мирослав Куек считает, что история раздута из ничего, хотя ролик сам и вовсе не видел.